Добрый день, дорогие друзья, с вами канал Indies World, и сегодня у нас с вами третья серия прохождения игры Omna. Мы с вами остановились в пустынном мире. И давайте смотреть, что нас ожидает здесь. Я так понимаю, мы с вами можем и здесь скользить. Ага. Так. Что такое? Так, у нас с вами есть кубик. Кубик. Давайте отправляться. Поверь свету. Позволь ему направлять и вести тебя к цели. Телепортация. Ух ты. Ну ничего себе. У нас с вами новый навык. Телепортация. Так, а тут куда? В прыжке, типа. Ага. Отлично. Где у нас с вами появилась еще одна механика? Это телепортация. Она такая достаточно простая. Но реализовано круто. Очень красиво. Так, берем чекпоинт и идем к воротам отправляться на наши локации с вами. Сделаться не понял. Телепортнуться надо аккуратненько. Да. Отлично. Здесь можно на скейте покататься. На посохе. Ой, точнее. Так. И вот, наверное, наш новый мир. Локация, да? А ты кто будешь? И улетел. Так. Ага, мы с вами активируем телепорты и перемещаемся по ним, соответственно. Все ясно, понятно. Да, и вот у нас, видимо, какая-то очередная... Каньон Кавульта. Пойдемте. Знакомимся с новыми видами животных. Кабулы. Так, я вижу книжечку сразу. Песчинки на ветру лощат камни. Непринужденная красота, честная, как сам свет. Я должен проследовать сквозь врата за своим народом, но великолепие нашего мира заставляет меня замедлить шаг. Так, пойдемте. Активируем. Возьмем еще. Так. И вот так вот. Чтобы побольше набрать. Давайте активируем с вами карту. Так, 15% мы с вами уже сделали. Хорошо. Можем телепортнуться туда вон. Страбы. Так, что у нас это активировало? Надо прыгнуть туда, наверное, и туда, да? Ну, давайте чуть попозже это сделаем, посмотрим сейчас. О, ну геоны.
Это ведь мани, да? РБ. Ага. Понятно. Так, все, мы с вами получили. Давайте забирать первый этот. Так, первый есть. Книжку вижу. Давайте книжки сходим. Вся эта красота, все эти необыкновенные создания, все выкованные нами связи, мы должны оставить все это. Исчезнут и следы моего паломничества. Но мы должны отпустить и покинуть этот мир. Нас ждет нечто большее. Так, давайте наверх. А, это у нас ага. Вопросик у меня только. Я вот вижу там книжечку. А, ну там он... Ой, блин. Так, ну запрыгну, скорее всего, где-то вот здесь надо будет. Аккуратненько, да. Здесь, 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 вот сюда, и теперь вот сюда. Отлично. Воющий ветер словно сожалеет о моем уходе. С каждым шагом я все ближе к обетованной земле. Единству со светом, бытию, свободному от времени. Так. А, тут на что за дерево еще появилось? О, кстати, крабиков можно впинать. Надо было 5 штучек пнуть. Так. Угу. Там у нас с вами... Что вот это такое? Я не совсем понимаю. А, можно запрыгнуть. Я понял. Видимо, надо как-то запрыгнуть. Да, блин. Ай-яй-яй-яй. Ладно, хоть не вниз. Я понял, все, сейчас сделаем. Оп, отлично. Так, и что у нас здесь с вами? А, все вижу. Ого. Вот я этого иду. Не надо было... Прыгай, прыгай, прыгай. Отлично. Тут, наверное, не нужно прыгать с прыжком. Нужно просто запрыгнуть. Здесь уже можно с прыжком. Здесь, наверное, тоже лучше с прыжком. И здесь тоже лучше с прыжком. Отлично. До дальнего уголка мы с вами... О, наверху смотрите на сам... Давайте попробуем ту завести штучку, посмотреть, что она даст нам.
Ай, блин, не успел. А куда она нас ведет? А, ух ты, круто. Вот мы и добрались с вами, видимо, до верхней, что да. Огонь. Так, все, мы собрали с вами 3. Но у нас еще есть что пособирать, поэтому... Давайте вот сюда. Ну, как-то наверх забраться. Может, здесь же? Или нет? А, вот, вижу. По-моему, надо было их 5 пнуть. Нет? Там было достижение пнуть 5 этих товарищей. Что у нас открывается здесь? А, все, я понял. Проход. Отлично. У нас там есть. И тут есть. Кактусы. О, коклюцы. Так, и вот так вот. Забрали еще одну. И у нас есть вон там еще одна. Заберем ее, и я думаю, это будет все. Но на ту сторону, скорее всего, надо с той стороны. Потому что я отсюда, наверное, не допрыгну. Ну да. Или отсюда как-то вот можно. Может быть. Да нет, кстати, не отсюда. Ну, там никак. Там что-то хотя интересное происходит. Какие-то штуки там горят. Туда нам не надо. Давайте пробуем еще раз посмотреть. Как мы можем здесь переместиться туда? И можем ли вообще? Нас та штука вытолкнула. Но если вот только вот запрыгнуть вот там, вот и оттуда туда, ну я думаю, что не получится, скорее всего. Далековато тоже. А, ну я и... А большой бабуин меня не перекинет случайно? Да нет, все равно оно далеко меня не закидывает. Как что попасть, интересно, а? Это мне ту сторону выкидывает. Ну, нет, с этой стороны тоже нет. Вот да, она одна осталась, а какой-то поднять. Там, видите, не вообще ничего не видно отсюда.
Интересно. Может быть, можно вот тут, видите, там пологая штука такая. Может, по этой пологой штуке можно будет подняться? Или нет, или она не пологая? А, нет, она там отвесная тоже. Может, она также наверх развернуться? Запрыгнуть наверх, но развернуться. Блин, не включил. И развернуться надо будет. М-м. Там ничего нету. А больше таких штук не видел. Ну-ка, он туда, если... А, тут головоломка открылась. Давайте дальше толкнем его. Ну, отсюда не видно, видите, ничего, да. Ой, не ту кнопку нажал. Да запрыгни ты, обезьянка. Да что ж такое. Только на прямых углах можно запрыгать, видимо. Берем и переносим вот сюда. Так. Вот это двигаем тоже. Так, отлично. И теперь сюда. Так, допрыгнем, допрыгнем. Попасть можем, отлично. Отлично. Так. Ну вот я не вижу вообще ничего отсюда. Так, а что я... То, что я вот перенес это сюда, что мне это дало? Где должен был рычажок активироваться, по идее? По идее. Где он? Этот рычажок. Не, вот должна выехать. Она еще одна, но надо ее найти. А, наверное, вот, наверху, наверное, вот. Вот эта штука, наверное, вот. Только оно, кстати, перенести теперь надо. А, вопрос в том, что я не могу. Или могу. Я не могу прыгать с ней, я понял. Ну, далеко не могу прыгать. Надо отвернуть. И телепортироваться я не могу с ней. Да блин. Все отлично. Выдвигаем вторую. Супер. И вот теперь бы все равно нам понять, как нам попасть наверх. Хотелось бы очень.
А, так вот. Вот эта штука. Все, я нашел. Все, сейчас наверх поднимемся. Отлично. Пошлите. Засуньте нас, пожалуйста. Оп. Отличненько. Так, что у нас тут? Я понял. Прыг-прыг-прыг наверх. В смысле? Ого, а тут прям такой большой круг такой надо сделать. И там, смотрите, с нас еще. А почему? Просто он здесь очень мало светит. Ай! Уфу, ай! Почему? А почему он сорвался? Вроде успели. Хорош. Все, отлично, покоритель Карьон. Ну вот, да, не смогли с вами завершить ту локацию, но там 94% получилось. Но там какую-то книжку не нашли, мы, я так понял. Ну ладно, я, может быть, потом для сбора всех достижений, может быть, ради интереса потом это все сделаю дело. Так, все, погнали. Каньон Кавульта. 100% прошли. Еще одно легендарное животное, я так понимаю. Отлично, давайте покатаемся. Нас, наверное, на следующую локацию отнесут песчаную, скорее всего, да? Красиво сделали, конечно. Так, нас покатали. Адепт. Получили достижение с вами. Давайте активируем здесь алтарик. Ворота. Кататься надо будет опять. Давайте кататься. Отлично. Так.
Еще какая-то у нас локация с вами, да? Угу. Пустыня Унхтур. Так, да, я вижу уже этот. Пойдем сейчас собирать. Тут какие-то новые гаврики, А, не, не новые. Давайте сам собирать. У нас однозначно будет такая локация. А вот тут у нас такое. Какая-то жаба. Хорош. Так. А вот у нас еще какой-то товарищ новенький, смотрите. Давайте активируем. У нас тут много, кстати. Прям больше, смотрите, локация такая достаточно. Так, да ладно, тут не страшно, мы разберемся сами. Таджиры. Отлично. Так, я вижу там какую-то штуку, давайте подниматься наверх пока. Так, здесь мы можем, да, по растениям походить, да. Так, давайте в стеночку, чтобы наверняка. На время нет? Или не совсем? Отлично. Одну собрали. А, мы просто их собираем, да? Давайте мы тех возьмем, друзей. А, этих я бы уже брал. Так. Книжечку заберем. Каждый шаг означает отпустить часть себя. Отвернуться от изобилия этого мира, оборвать все связующие нити. Для этого погребена великая сила воли. Не знаю, хватит ли мне сил. Может, я слабее своих сородичей, но я продолжаю путь. Как вот эти вот снять? А, все понял. Все. У нас телепортик тоже с вами есть. Там у нас какая-то штучка еще, я вижу. Давайте заберем это. Прям много телепортов, видимо, которые надо активировать. Так. Да-да-да, я понял. Это переход в новый мир, я так понимаю, правильно же у нас? С этим мы здоровались, да? Тут прям вообще локация такая, прям смотрите, большая. Давайте соберем книжку. Какой мир рождает нас внутри света? Пройдя через врата, я пронесу с собой воспоминания о каждой травинке, каждой песчинке. Я буду чтить память о своем мире и о всех существах, что населяют его. Так, давайте сюда сходим, посмотрим, что здесь у нас. Тут мы что-то можем активировать с вами.
А, это те, кто помогал, это типа список этих разработчиков и прочее. Так. Да, давайте двигаться в эту сторону. Посмотрим, что здесь нас ждет. Что-то здесь интересненькое ждет нас, видимо. Тут и телепортики есть. Мы, кстати, зверушку, видимо, еще одну не исследовали в этой локации. Давайте посмотрим, что у нас здесь. Так. Заберем отсюда. А. Так, поставим сюда. Да нет, ты положи все-таки. Я просто хотел телепортнуться вот тут, в ту сторону. Так. И теперь нам надо... забрать ее и поставить. Вуаля. Да, видите, мы не можем с вами сплэшиться этой штучкой. Ой, блин, а, ну, это ж надо было. Телепортик. Какие приятные головоломки, а. Вот прям вот максимально приятные. Так, туда мы потом пойдем, в ту сторону. Надо, давайте здесь разберемся. У нас вот здесь вот есть, я вижу. И там вот еще есть одна. Но мы с вами, говоря, не следовали ни всех этих. Еще где-то животное одно не увидели. Как бы мне не пришлось вот оттуда тащить эту штуку все-таки. А скорее всего так придется делать. Она теперь тут не нужна, но она здесь у нас в доступности. Интересно, а кататься мы с ней можем хотя бы? Или она исчезла? А, не, она исчезла, смотрите. А, она там. Давайте пробуем еще раз это сделать, если получится. Заберем и принесем туда. Да, мы тут бежать можем, если что, с ней. Да это и поставить тоже еще. Так. Сейчас посмотрим, сможем ли мы ее забрать на самом деле. Может, мы ее забрать не сможем. Ну, попробовать стоит. Потом вот он как-то еще понять, как достать. Но там, видите, у нас вот на вот этих столпах есть, видимо, телепорты, которые не активированы пока. Их надо как-то активировать, так понимаю. Так, там мы сделали. Что видите, там у нас вообще только никаких запрыгиваний, ничего нет, никаких маршрутов. Здесь понятнее. Здесь мы сейчас просто ставим. Да.
Блин, не успел. Так. Так. Да, прикинули. Взяли. Отлично. О, мы вот эти, помню, трогали. Да. У нас с вами вон есть еще. А что это делает? Ну, у нас вон там есть, да. И вот там у нас еще с вами приколюха. Вот здесь вот. Но мне почему-то кажется, что мне надо включить вот эти все три штуки. Потому что здесь нету активных вообще порталов и нету ничего активного. Ну, это мне кажется, конечно, так. Я могу ошибаться, но почему-то я думаю, что так оно и есть. Когда мы все эти порталы зажжем, скорее всего, у нас с вами... Надо набрать. Набрали, отлично. И вот по идее сейчас должны, да, вот то, что нам нужно было. И вот по идее... Не, не зажегся, кстати говоря, смотрите. А, здесь надо поворачиваться. И здесь вот почему-то мне кажется, что вот... А, надо отодвинуть сначала его. А если вниз? А, вниз не могу, да? Так. А теперь двигаем... Во, это не то. Погодите. Я хочу не это сделать, я хочу сначала сделать. Мне надо вот активировать сейчас. Вот так вот. А что это нам дало, только непонятно. Я почему-то думал, что это оно и будет. Почему-то он, видите, отключает, смотрите. Ну, у нас один остался шарик, вон он, да, но я не совсем пойму. Может, они там активировались? Так, у нас здесь портал горит? Да, здесь портал горит. Прошу прощения. Давайте сходим. Надо понять для себя. Может, там вот что-то еще есть? Там вот, видите, что-то горит. Мы не нажимали, по-моему, этого. Какой классный саундтрек включается, когда вот мы на этом скейте катаемся.
А, все? Я понял. Надо пошустрее это делать. Не щелкать клювом. Супер. А вот мы взяли с вами еще одну часть. 94. А что не нашли одно? Не нашли одну книжку? Или какого-нибудь этого не нашли? Зверушку какую-то не нашли? Или книжку, или что? Вот там все собрали. Там все собрали. Насколько я... Там все собрали. Опять я что-то одно упускаю. Ну ладно, давайте. Пойдем дальше. Что-то не дособрали одно. Вроде зверей всех собрали. Погодите. А, все-таки, наверное, правильно было. Если мы двигаем это сюда. Да, надо нижний чекнуть теперь. Сейчас вот это надо переставить сюда. Как раз таки все правильно было. Но сейчас загорится. И мы пойдем туда дальше. Да. А кого мне? Не знаю, видите, ну почему-то 94. Но это, скорее всего, какой-то либо. Какое-то растение, животное, скорее всего, что-то из этого, наверное. Ой-ой. Так, толкаем. Ой, как хорошо сделал, что не можно вернуться здесь нормально. Без мучений. Обратных прыжков. Так. Окей. Так, отлично. И теперь надо это подвинуть в эту сторону. Мы с вами откроем. И мы с вами откроем, да, проход как раз в центр. Отлично. Все. Пустыня Унхтур. Да, чуть-чуть мы с вами не нашли чего-то. Мы с вами прошли, получается, пустынную локацию. Так понимаю, у нас будет следующий мир. Ну, как мне кажется, мы где-то книжку потеряли одну. Да пройдем игру, посмотрим. Ну, да, как раз у нас с вами следующая локация. Какие-то джунгли, что ли? Видимо, да. У нас дружок проснется, не проснется. Давай, вставай.
Так тяжело путешествовать по мирам, видимо. Давай, осталось совсем чуть-чуть. Ну что, дорогие друзья, на этом будем заканчивать нашу серию. Мы с вами прошли пустынную локацию. Здесь у нас, видите, следующая локация будет какие-то джунгли. Блин, я прям кайфую, я прям прохожу, мне такое удовольствие испытываю. Игра прям потрясающая, конечно. Очень круто сделано все, визуально, саундтрек, все круто. Звуки, окружение, все. Здесь животные выдуманные, ну прям головоломки простенькие, потрясающие. Поэтому, ребят, если понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. А с вами был Indies World, и до новых встреч в новой серии. Пока-пока.